Ты само совершенство. Если хочешь, я навсегда останусь с тобой. Готова рискнуть. Простите? Муж, кто то? Охренеть! Глянь, какой Адриана Членатана. Развратное, наверное, животное. Мы были как братья, и ты предал меня. Знаешь что? Иди в жопу. Что происходит? Я немного замешан в ограблении банка. Ты грабитель банков? Я знал, что ты так среагируешь. Это нормальная реакция, я не социопат. Энни, ты заслуживаешь лучшей жизни. Я ходила на футбол, напивалась, давала всей команде. Я исполняла дикие желания своих парней. Я это все заслужила. У тебя другой случай. Ты должен мне! С какого перепуга? Я отсидел 8 месяцев! Культурную травму получил. Меня в жопу трахнули. Отодрали. В жопу. По твоей вине. Мне очень-очень жаль. Это был негр? А чё обязательно негр? Ну просто, если бы я был негр, я, конечно, все равно бы побрезговал трахнуть мужика, но белые мне бы виделись как мускулистые тёлки. Ты чё за ересь несешь вообще? Посадка обещает быть жесткой. Что ты делаешь? Это специальное приложение показывает, где ребята хотят пересечь. На кофе или на... Нет, для секса. Типа жмешь кнопку, и минут через 5 вы уже с незнакомцем трахаетесь или анонируете вместе. Ясно. Не будь тряпкой. Это был один из тех белых, которые нацисты... Чарли, это мог быть латинос или японец, какой-нибудь перс. Меня отвердолил филиппинец, уймитесь уже! Блин. Знаешь, так же, как черные видят в нас женщин, я всех азиатов как женщин воспринимаю. Так что ты замутил с азиаточкой. Когда в твоей заднице член, такие отмазки не канают. Но ты попробуй.